белорусский легионер Индиси. Поражает цель. И ответ Бридни Джонс. Причем еще на этом нет, а потом на другие. Увеличивать длину скамейки, но все равно на себе большую часть нагрузки выносят именно вот эти игроки. Еще один трехочковый. Точно! Врежда! Джонс за Волгу в этом сезоне, именно игра в Красноярске. И, возможно, именно поэтому сегодня Стокс. Номер, очень интересная девушка с бельгийским, кстати говоря, паспортом. Для волокжанок он еще сорвящий. Джонс тоже давненько не заливала. Вот так вот со средней дистанции кладет дырочку. 34-35. Ризан докинул в составе Енисея. Ну, еще 3 игрока по 8 набрали на данный момент. Анастасия Пасынкова открывает свой счет. Первые ее 3 очка. 15-14. Бритни Джонс. И еще один ее проход. Пока не могут остановить Джонс. Джонс. Очень далеко нужно теперь уходить. Поближе уже можно здесь что-то придумать. И да.
случилось в первой игре в Красноярске, на первой игре в Еврокубке. И, может быть, еще и это тоже становилось причиной поражения. Атаковал и за другим промахнулся. Может быть, это легкость ее и подвела. Это моё оба проходит. В общем, могут они вмешиваться в ход событий. Минутки 20 на паркете. Матчем. 19.